До 1 000 000 тенге в день. Такую сумму административных штрафов удается взыскать при помощи системы «Автоураган». Полицейские и судебные исполнители ежедневно работают на дорогах областного центра. В рейд с ними отправилась и моя коллега Ксения Куценко. Это система «Автоураган». С ее помощью полицейские номер каждой проезжающей машины сканируют. После пробивают должников по базе. Автовладельца, на счету которого есть неоплаченный штраф или, например, алименты, останавливают. На сегодняшний день мы столкнулись с одной из неотъемлемых проблем. Ввиду несвоевременной оплаты административных задолженностей. В связи с чем на территории областного центра ежедневно работает автокомплекс «Ураган». Данный экипаж в течение каждого дня взыскивает более 1 миллиона тенге. Если остановили на дороге и выявили наличие неоплаченного штрафа, погасить его сразу можно в ближайшем отделении банка или Казпочты. Предъявив членам мобильной группы квитанцию, должники тут же получают свои документы на автомобиль. Расплатились таким образом с долгами уже 12 человек, а на часах всего полдень. У вас имеются неоплаченные штрафы? Дело передано уже судебным исполнителям производства. Ваша машина будет отворяться на штрафную автостоянку, но погашение данного не будет. Такие случаи тоже не редкость. Вот и привычный маршрут Марата Синтикова сегодня изменили полицейские, добавив в него посещение штрафстоянки. На счету автолюбителя 5 неоплаченных квитанций. Штрафы за превышение скорости, за стоп-линию. Оплачу штрафы, все сделаю по закону. Заберу машину со штрафстоянки. Полицейские напоминают, получив квитанцию об уплате штрафа, ее необходимо показать в управление административной полиции, чтобы ваш номер убрали из числа должников. С начала года стражи порядка взыскали с нарушителей уже более 87 миллионов тенге. Ксения Куценко, Жолдызбек Ермуканов. Новости МТРК.